И еще одна представительница факультета иностранных языков. Мы не можем ее не показать вам, потому что это первый курс, она подает надежды. Я думаю, что вы оцените ее музыкальные способности. Анна Калмыкова на сцене. Она первый раз на этой сцене. Встречаем! What would happen if they ever knew?
Анна Килмок.